Приветствую всех зрителей и подписчиков канала Smart Life. Сегодняшнее видео будет немного нестандартное, так как ко мне пришла куча посылок от интернет-магазина GearBest. И прям под Новый год. Дед Мороз, походу, работает в GearBest. Все дело в том, что на меня вышли сотрудники этого магазина и предложили сделать обзоры на их товар. Сказали, мол, выбирай все, что хочешь в пределах $100. Главное условие – это качественный и честный обзор. Ну, естественно, я буду должен оставить ссылки на их магазин. Это у меня впервые такое. Я хочу сразу поблагодарить всех подписчиков канала. Без вас бы мне такого подарка на Новый год и не видать. Большое вам спасибо. Полные обзоры всех представленных гаджетов я буду делать позже. Сейчас же мы просто сделаем распаковку. Ну а вы, пожалуйста, потом проголосуйте за тот товар, который вам наиболее интересен. Таким образом, мы определим порядок полных обзоров. Приступим. Начнем, пожалуй, вот это я заказал Powerbank. Смотрите, вот такой вот Powerbank на 4000 мАч. Чем он меня заинтересовал? Да тем, что здесь есть сразу вот можно, сразу такой вот, видите, шнурок. То есть не нужно шнурок дополнительно, то есть мне кажется очень удобно. 4000 мА, довольно-таки компактный, естественно я замеры произведу. Стоит он недорого, сколько же он стоил, по-моему, $6. То есть мне кажется очень даже интересно. То есть я произведу замеры и скажу, насколько он хороший и как бы стоит ли это своих денег. Так, дальше это у нас, догадайтесь, что это? Мне показалось, будет очень интересно, эндоскоп. То есть это такой вот эндоскоп, он подключается, смотрите, вот таким вот образом к телефону. То есть здесь вот, смотрите, камера в конце здесь есть. Главное, тоже, смотрю, здесь должна быть обязательно поддержка OTG. Вот вам дополнительный фактор, чтобы иметь на телефоне функцию OTG. И стоит он тоже недорого, эндоскоп $8. Тут, кстати, даже, по-моему, вот зеркальце вот такое вот есть, закручивается сюда. Какие-то там еще у нас, видите, крючочек, чтобы можно было где-то подцепить. Мне кажется, очень даже интересно. Очень даже интересная штука, меня она заинтересовала. В машине, в частности, если там что-то ремонтировать, вы чего-то там не видите, можно подсветить, подсмотреть. Ну, видите, вот такое зеркальце тоже можно смотреть. Очень полезная штука, мне кажется. Конечно, протестирую, насколько здесь хорошая камера. Но своих денег я уверен, что эта штука должна отработать. Эндоскоп. Дальше. Давайте посмотрим дальше. Что же тут у нас? Что же я тут еще для вас заказал? Вот заказал вот такие вот смарт-часы. У меня был браслет Кубот, но там он немножко бракованный пришел, поэтому я на него обзор не делал. Вот. Этот браслет у нас тоже недорого стоит, дешевле, чем Xiaomi Mi Band 2. Что-то долларов 18, по-моему. Долларов 18 этот браслет стоит. Но чем он мне нравится, в частности, уже сейчас, сразу хочу сказать тем, что здесь есть дата. Дата, вот что здесь плохо, вот здесь нет даты, то есть показывают только время, а здесь есть дата. Ну, в общем, протестирую, мне кажется, тоже полезная, хорошая штука. Вот это, кстати, тема с браслетами очень интересна для меня, думаю, что буду делать сравнительные какие-нибудь обзоры. Так, дальше, что у нас посмотрим? Это у нас такой вот, давно я мечтал, о джойстике для телефона. Можно вот таким вот образом сюда телефон вставлять, подключаться по Bluetooth, такой вот джойстик, собран, в принципе, качественно. Мне кажется, классная штука, действительно, протестирую, насколько хватает аккумулятора, как удобно или неудобно вообще ходит. Ход очень хороший, мягенький. Хорошая штука. Я уверен, тоже своих денег она стоит. Стоит такой джойстик $12. $12, ну, как бы, я, видите, выбирал такое, знаете, то, что цена-качество. По моему мнению, джойстик тоже очень хорошая штучка будет. Так, дальше это у нас такой вот TV-бокс. Здесь, конечно, уже сам интернет-магазин попросил сделать обзор на этот TV-бокс, поэтому, как бы, я сказал, ну, как бы, хорошо, давайте сделаю. Чем вот он мне сразу понравился? Тем, что, во-первых, я вижу, это металл. Вот это металл, обычно ТВ-бокс это пластмассовый, они греются, а вот именно благодаря металлу он не сильно будет греться. Плюс, видите, здесь время показывается. Ну, тоже довольно-таки интересная такая вот антенка. Что у нас здесь? Интернет, HDMI, два порта под USB и TFT-карточка. Проверим, протестируем, сделаю полный обзор. Стоит этот наш ТВ-бокс $36, конечно, немало, но, надеюсь, он свои деньги будет честно отрабатывать. 4K видео, что здесь у нас еще? 1 гигабайт оперативный, 8 встроенный, ну, в общем, протестирую, но мне кажется, интересный должен быть планшет. Так, дальше, вот, давайте, вот, это графический планшет, как видите, ручка, то есть можно подключать к телевизору, точнее, к телевизору, к компьютеру, ну, я часто пользуюсь фотошопом, да и вообще, я, в принципе, люблю рисовать, у меня немного это получается, и жена у меня хорошо рисует, мне кажется, очень даже интересно.
полезная штука, графический планшет, сделаю тест, попробую сам порисовать, может, жену попрошу, чтобы она тоже порисовала. Стоит такой вот графический планшет $24, по моему мнению, очень-очень даже неплохо, очень даже неплохо. А что у нас еще в комплекте здесь идет? А, вот такой вот он шнурочек подключается, диск, в общем, полная инструкция. Ну, я думаю, меня лично он заинтересовал, за $24, не сильно дорого, мне кажется, для тех, кто увлекается художеством, такая вот штука, графический планшет, очень будет даже кстати. И даже знаете что, я вот часто помогаю сестре там с математикой, сел в пейнте, я, ну, как бы, транслирую ей, показываю свой экран и, как бы, какие-нибудь решаю уравнения. Вот с помощью таким планшетом, а то, знаешь, беру мышкой и пытаюсь там рисовать x, y, это просто невозможно. А вот таким вот образом можно помогать. Мне кажется, вот полезная штука будет, интересно и для этих нужд. И последнее. Последнее, что я заказал, это, видите, это, можно сказать, вместе такая у нас, хотя можно по отдельности покупать, но это у нас виртуальные очки, очки виртуальной реальности, ну, как бы телефон вставляется, и пульт к ним. Значит, очки стоят у нас не сильно дорого, $10 вот такие вот очки стоят, по моему мнению, очень даже ничего, и пульт, пульт стоит $4. То есть для всяких там игр, естественно, попытаюсь скачать какие-нибудь игры, протестировать. Тут, значит, нам что у нас тут надо? Давайте посмотрим на пультик. Пульт, ну, такой, в принципе, управляется, все легко. Кнопочки, все, не дребезжит. Здесь у нас две микропальчиковых батарейки вставляются. Ну что, буду тестировать. Буду тестировать, какие-нибудь игры скачивать. Не знаю, как я вам буду это показывать. Ну, как-нибудь что-нибудь придумаю. И виртуальные очки. За $10, смотрите, очень хорошего качества, я вам хочу сказать. Видите, здесь все так мягенько. Как-то были у меня Google картон, и там невозможно просто. Кстати, здесь смотрите, видите, вот тут вот таким вот образом можно регулировать под ширину глаз, тут ближе, дальше. У кого, кстати, зрение плохое, вот у меня у жены зрение плохое, как бы здесь тоже можно регулировать. То есть каждому под свое, немножко дальше, немножко ближе, фокус ловится. Качественно, качественно. Хороший качественный виртуальный шлем вот такой. Сюда вставляется наш телефончик. В общем, буду тестировать какие-нибудь игры, пытаюсь вам показать. И вот пульт для того, чтобы можно было сразу управлять. Некоторые игры просто управляются он там влево, вправо, вверх, вниз. А вот с пультом, мне кажется, будет еще намного интереснее. Ну вот как бы вот такой вот короткий у нас интернет-обзор наших товаров. Лично для меня это все очень интересно, так что, пожалуйста, голосуйте в группе, выбирайте самые интересные товары, я действительно буду начинать с них. Пользуясь случаем, хочу всех поздравить с наступающим новым 2017 годом, или уже наступившим, если вы смотрите это видео в 2017 году. Хочу пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, побольше светлых и радостных дней, ну и как бы финансового благополучия, чтобы каждый мог позволить себе тот гаджет, о котором он мечтает. Всем удачи и веселых новогодних праздников!